Первым делом стоит понять, почему происходит обратная тяга и требуются ли дополнительные процедуры для растопки. Внесите внутрь печи полоску тонкой бумаги, прикрепленной на основе или тонкий флюгер. По направлению движения одного из этих приспособлений можно понять, куда будет двигаться дым в первые минуты растопки, пока камин или печь не прогреются основательно. Сравните температуру на улице и внутри дома. Если же воздух снаружи окажется теплее температуры воздуха в помещении, можете не сомневаться, печь будет дымить при растопке. Объяснение тому есть. Теплые массы воздуха, которые сформировались над входным отверстием дымохода, создают условия для возникновения обратной тяги. При помощи обыкновенного бытового фена можно прогреть топочное пространство печи и устранить тем самым обратную тягу. Низкий дымоход может стать причиной появления обратной тяги. Высота дымохода должна составлять не менее 4,5 метров, не ниже вентиляционного канала. Увеличив высоту трубы, вы тем самым увеличите тягу. Дымоход должен находиться выше конька крыши. При расположении трубов вблизи высоких объектов и деревьев тяга будет полностью зависеть от скорости ветра и его направления. Отложение и сажа, а также уступы, выступающие кирпичи в дымоходе могут создать обратную тягу. Чем более гладкая поверхность дымохода внутри, тем лучше будет тяга. Вызовите печника или сами прочистите трубу изнутри и устраните неполадки. При наличии разгерметизированных швов, наведите смесь и замажьте все щели. Обратная тяга может происходить из-за воздушных интенсивных потоков на лестничном марше, соединяющем комнату с газовой колонкой или камином с более высокой частью здания. Для предотвращения опрокидывания тяги и задымления печи исключите полностью сквозняки на лестнице не открывайте окна на лестничных площадках расположенных выше уровня топки. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть привести свое тело в порядок, зайдите на сайт атлетик блокру атлетик блокру это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу эффективные риеты и планы питания. Атлетик Блок.ру – это сообщество помощи и поддержки худеющих.